Ребята, всем привет, с вами Александр, мы продолжаем битву с Уроборосом, гигантской мутировавшей военной, не знаю кем, короче, это как Индораптор, только среди Титанобоа. Вот так вот. Карточка 1, 2, 3, 4. Ну, мы получим, естественно, статуэточку. Так, сейчас нам тут дадут награду за прошлые наши битвы, и мы помчимся. Так, кем будем бодаться? Предлагаю сразиться сначала тремя... А почему у меня только два индоминуса? Не понял. Ач. Так, индоминусов только два. Что за непорядок? Давайте три приатродона. А потом три пахика. Покуда мы выдерживаем один удар, все нормально. Что ты там прячешься? Вот прикинь, можно было бы камнем ударить, и чтобы ее привалило. Ну, вряд ли бы убило, конечно. Так, ну наша задача пробить одного-двух, не больше, то есть. Так, нехорошо получилось. Сколько там баллов у него осталось-то? Блин, 4. Ладно, один сверху. Не считаю просто. Так, уровень босса номер 9. Так, этого сейчас, наверное, мы потеряем сразу. На 4 атакуют. Но почему на 4? Почему не на 5? Неаккуратненько получилось. Так, раз, два, три, 4, 5. Ну, нет смысла ставить 2 балла в защиту. Тем более он еще баллы перенес. 37, неплохо. Тысяч. 37 тысяч. Ну, давайте сейчас мы немножко так повоюем. Так, что, наверное, сходим еще тогда двумя индоминусами и третьего возьмем эрлифозавра, например. Такой. Дракончик. Змея-дракон. Так, ну 60 тысяч нанесли. Генов хоть подзаработаем тут. Так. У нас есть церозинозавр. Церозинозавр. И два индоминуса. Ну, пусть будет так. Так, 7 косарей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо было все-таки, наверное, индоминуса первым поставить. Ну, ладно. На 2. Хорошо смотрится церозинозавр против титанобо. Он такой какой-то жирный, большой. Так, на 4 из 5. Так, сейчас нужно его пробивать. Выйди из тени, трус. Еще вот этот туман, конечно, мешает. О, это хороший кадр. Раз, два, три, четыре, пробил, пять.
Ну, 3 балла. И мы сейчас тогда атакуем по полной. Должны пробить еще одного. И нету титана Боушки. Тысяча урона, не кисло. Красотка. Так, ну что, давайте тогда мы сейчас сделаем еще один боечек. Давайте сделаем такой вот смешанный бой. Юдон пойдет сейчас у нас. Ну и в качестве демагера пойдет Метриофодон. А интерапторы будут в следующей серии. С пахигалозаврами. Не страшно, мы переживем один удар. Эролифозавр, давай. Но она такая гигантская против него. Ракурс камеры, смотрите какой. Ракурс камеры другой. Но это она проглотит вообще даже не поперхнувшись. Вот так. Проатаковала на 6. Не очень хорошо, конечно. Чего? Чего я так много атакую? Вообще по изи что прокусили ее, блин. Тут и 3 ударов хватало, но все равно 4 нужен был, да, сквозь запасной бал. Кстати, а вот что мешает разработчикам, допустим, добавить вот такого же Ураборуса в качестве гибрида Титанобола с кем-то, с каким-то там Бронтотерием? Что тоже вполне себе можно. Так, ну и пробиваем. Так, 14 левел босса, но 16 тысяч, да, это прикольно. А у нее сила удара уже не растет, что ли? 7 тысяч, как и было, так и осталось. Это тоже прикольно, кстати. Теперь можно с ней бодаться, ребята. Хм, тогда незамедлительно приступаю к съемке новой серии, там, где будет 3 пахигалозавра и 3 индораптора. 130 тысяч, вообще прикольно, еще больше урона нанесли, чем в прошлый раз. Так что не забудь подписаться и поставить лайк, и скоро следующее видео.